Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре новый кран, называется Only Faucet. Вывод мгновенный, инстант, сразу идет на кошелек. В кабинете как бы здесь хоть и есть вкладочка вывод, но она тут как бы и не нужна, потому что сразу идет прямо на кошелек Faucet Pay. И регистрация, авторизация наипростейшая. Просто вводите адрес электронной почты, привязанный к Faucet Pay. И все, и заходим. Попадаем вот на страничку. Меня вот только что я зашла, пригласили. И я вот погуляла как бы по сайту, вот Only Faucet в лайткоинах я два раза вот вывела, 22 января. Так, далее что, давайте теперь пройдемся. Значит, также тут вот краны вот эти, можно поддержка что ли написать. Но она, я думаю, нам и не надо. Тема светлая, темная. Какая хотите. Видим, да? Светлая. Вкладочка «Реферал». Находится партнерская ссылка. И также вот она. И также реферальная ссылочка под каждым краном. Возвращаемся. Так, это можно закрыть. Далее. И здесь краны. Выбирайте любой кран. Ну, давайте Dogecoin. Под каждым краном как бы вот здесь находится реферальная ссылочка. Идет сейчас проверку. Надо пройти, появится. Давайте обождем. Наша реклама закрыть. И должна сейчас появиться такая проверка. 25 клеймов можно делать в день. Вот здесь написано. Так, вот сейчас наша проверочка идет. Вот она. Видим, загрузилась. Ждем. Также внизу идет как бы выводы последние, да, кто куда выводил. Вот она, вот наша проверка, как бы без нее никак. Клейм. Все, монетки ушли на Faucet Pay. Переходим на кошелек. Сразу все при вас делаю. Обновляем. Опускаемся ниже, пожалуйста, Dogecoin. Такое количество. 22 января Only Faucet. Вот этот. Опять возвращаемся. Ой. Вот тут рекламка, да? Понимаем. Надо на крестик нажимать. На крестик. Окей. Опять Faucet. Ну что мы здесь можно? Вывод. Сколько тут? Идет, видим, да, вот тут уже секунды быстро, как бы. Давайте Solana попробуем вывести. Я уже все не буду вам показывать. Видно, да, что как бы инстант идет, все платит, все шикарно. Так, возвращаемся на крестик. И ждем проверку. Пока ждем проверку. Далее что? Пока она загрузится. Есть короткие ссылки, пожалуйста, кто умеет, кто любит их собирать. Я не люблю. Ну, вкладочка «Вывод» нам не надо. Есть «Афервал». Ну, в принципе, и все здесь.
Как бы я только на кранах. Все, вот краны эти. Больше меня ничего здесь не интересует. Идет проверка. Здесь вот люди выводят, да? Как видим, вот она наша проверка. Опять клейм. Загружается страничка. Все, 114 Solana монет. Улетела на Faucet Pay. Переходим на Faucet Pay. И опять обновляю страничку. Опускаемся ниже. Only Faucet. 114 монет Solana. 22 января. Все прекрасно, платит инстантом. Кому интересно, работайте, зарабатывайте, пока дают. Ну, неинтересно, пройдите мимо. Ну, реферальную ссылочку я вам показала. Также на вкладочке «Рефералы» и под каждым краном. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!